А, ну мы... вот он и есть, фоторежим, да? Ну так, отлично, поехали. Это читы, скажешь ты? А я скажу тебе немножко. Ой, господи, я чувствую себя голубем. И я такой вот так вот. Опа, сюда. О, боже, блядь, ты меня напугал. Ты чё, ёбнутый, что ли? Это не аллигатор, это крысы. Они плывут за мной. Крысы плывут за мной. Опа, прям в пасть ему. Ебануться. Сейчас сгорим. Сгорим и умрем. Вечерочек, ты на канале Gantek Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Tomb Raider и вылезти наконец-то из вот этой непонятной локации. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Так, смотри, во-первых, у меня новый микрофон, то есть меня должно быть хорошо слышно, я на это очень сильно надеюсь. Во-вторых, очень много времени прошло с прошлой записи вот этой как раз миссии, и это очень-очень плохо, потому что я не помню ни черта. Абсолютно. Где мы были, что проходили, это... Очень печальный момент на самом деле. Мы везде пролетели. По камере посмотрели. А куда дальше, что-то непонятно. Туда можно? Нельзя. Так, а давай пробежимся вот так. И возможно, это поможет нам что-то досообразить. Хотя все двери закрыты. Полностью все закрыто, скотина. Так, окей, берем сюда. Там ничего не было, насколько я помню. Ясно. Там была стопа. Опа. Там была просто стопа, которая ничего нам абсолютно не давала. А мы можем на нее встать? Повторяем все то же самое, потому что, теперь я ничего не помню. Почему ты не прыгаешь? Ой. Прикосновение Мидаса. Класс. Класс. Огонь. Получили достижение. Хорошо. А я говорил, что что-то надо с этой рукой делать, но почему-то мне не получалось на нее попасть. Так, а можно мне вот объяснять, что от меня сейчас требуют? Короче, я что предлагаю? Я еще постарался быстренько пересмотреть, где мы были. Мы проходили вот тут, наверху. Это по идее... Вон там мы тоже были внизу. Короче, сейчас... Сейчас пройду, ты просто охереешь от того, как я все это быстро пройду. Как я все соображу. Как я сейчас все смогу. Так, то есть мне нужно залезть сюда. Вон там наверху. Сейчас увидишь. Там наверху есть одно очень хорошее место. Я тут чуть-чуть подсмотрел. За которое дают достижение. Тихо, тихо, ну куда ты полетела? Ну здрасте, приехали. Чё за дела? Что ты делаешь? Я могу это клавиатурой делать? Я не знал, что перекаты можно делать двумя клавишами вперед-назад. Если я бегу вперед и нажимаю назад, она перекатывается. Так, получается.
Alt. Не-не, что? Тихо, да куда ты? Блядь. Я пытался быстрое сохранение, но я забыл, как оно делается. Так, давай. Ctrl уже нет. А, у меня же тут на ноутбуке по-другому зажимается все. Неудобно. Вот так, сохранить. Окей. Так. Тихо. Так, и вот сюда нам надо подойти. И вот туда надо запрыгнуть каким-то образом. А как? Вон там аптечка лежит. Дай аптечку, скотина. Аптечку дай. А, так, быстро загрузка. Ага, вот сюда. Так, от, ясно. Вот так. Ну слушай, я вроде как научился делать это быстро. Так. Я видел, что на уголок как-то, уголок ей помогает зацепиться. Но это вот забаговано, она по-другому сюда не залезет. Они вот спрятали, что там ты сможешь получить эту аптечку, она забагована. То есть вы когда изначально эту херню придумывали, ну зачем? Каким образом она должна до этой аптечки допрыгнуть? Вот так? Да нет, это же бред полный. Короче, ладно. И за это дают достижения, чтобы ты понимал. Все жизни потратили. Так, у нас что есть? Давай смотреть по дверям. У нас получается левая и правая. Да? Да. Пошли. Левая самая и правая самая. Попытаем удачу. Да хватит! Что ж ты перекатываешься, замахала? Так. Открыта какая дверь? Вон та дверь открыта. То есть опускаем как раз не круги. То есть это должно быть опущено. Это должно быть поднято. Это должно быть поднято. А это должно быть опущено. Да, все сработает. Стой. А, нет, ну все правильно. Вот так должно быть. А вот это опущено. Ну? Она открылась? Да, дверь открылась. Почему ты... У меня же получалось свисать. Почему сейчас не получается? Давай аптечку. Теперь давай сохранимся. Быстро, максимально. И пошли. Вот здесь же мы не были. Так, все ясно. Все ясно. Да тебя сейчас сожрет, Лева. А, тебя никто не ел. Тебя никто не ел. Почему ты себя так ведешь? Просто стреляй по нему. Не переставай, не переставай. У нас других вариантов нет. Просто это единственное, что мы можем делать. Мы легких путей не ищем, правильно. Ой, да что тут за загадки? Это какой-то Форт Боярд, я тебе серьезно говорю. 3 умножить на хлеб. 3 умножить на хлеб. Мне эти загадки еще со времен школы не нравились. А-а-а! Свинцовый слиток. А я думал, это хлеб. Давай. No. В смысле no?
А, тут золотой нужен. No. Да, здесь нужен 3 золотых, и откроется дверь. Так, окей. А тут тогда что? Тут? Абсолютно ничего. Патрон для дробовика. Хорошо. Блин, у меня такое чувство, что мы за эту серию не пройдем эту локацию. Что тут до хера всего? Ой-ой-ой, что творю? А вот, а защищать людей как от падения? Никак. Так, получается. Там нет ничего. Тут что у нас по дверям? Вот это. То есть третья и пятая. Давай. Третья и пятая. А, осторожно. Только третья и пятая. Я запоминаю. То есть все, вот там мы были, там мы были. Тут ничего нету. Остается только вот это. И все. И все, дальше не знаю, куда нам идти. Получается, третья и пятая. Тихо, вот это мне нужно. Должна открыться. Открылась. Ну вот. Можешь ведь, когда хочешь. До этого-то что было? Шипы. Я уже знаю, как с шипами бороться. Я уже все прекрасно знаю. Куда ты побежала и села на шип? Ты с ума сошла? Я же остановился. А где мы сохранились? Ай-яй-яй-яй, в смысле? Я же после льва сохранялся, нет? Что за приколы? Нет, не сохранялся. Так, ясно, пойдем. Значит, тут? Вот, она еще долго... Вот смотри, я бегу, я отпускаю. Она еще шага два делает без моего ведома. Это вот разве нормально? Так, давай, потащили. Давай, давай, тащи, 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 тащи. Тащи, 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 тащи. Так. Я увидел проходик, осторожно. И что это? Что это было? Что это были за звуки? Я, короче, сохраняюсь. Блять, по стариночке. Так. Есть. Не понимаю звуков. Абсолютно. Не понимаю звуков. О, вот это ты видел. Вот это ты видел. Так, я сохраняюсь. Иду сюда. Вот это да. Вот это да. Так. Есть. Короче, будем сопровождать это все сохранениями, как ты считаешь? Я считаю, что это мудрое решение. Опа, я такой сейчас херак, херак. И у меня загрузка. Видишь, какой дальновидный человек. Давай, да почему ты не прыгаешь? Ты меня расстраиваешь очень-очень сильно. Давай, опа, куда ты полетела? А по-другому мы никак не можем, нет? А если я вот здесь прям у шипов прыгать буду? Ага, ясно, насадились. Хорошо. Так, долечи, долети, долети! Что с тобой не так? Почему ты не долетаешь?
Так, надо взять разгон. Есть. Супер. Какой кошмар. Давай дальше. Ой, схватился. Ой, схватился. Хорошо, схватился. Дальше будет легче. Я говорю, дальше будет легче. Ой, боже мой. О, обезьяна, до свидания. Обезьяна, ля-ля-ля. Наверх пошел, наверх пошел. Молодец. И ни разу не ударил нас. Так. Так. Это вообще супер. Забирай, забирай. Значит, все-таки там не золотые хлебушки были, а серебряные. Серебряные хлебушки. Видишь, как много людей понасаживалось на них? Так. Опа! Нифига себе! Нифига! Даже жизни не потратили. То есть, получается, мы были в трех местах. В трех местах мы собрали слитки. Теперь нам эти слитки вот здесь нужно применить. То есть, мы идем, получается, сюда. И потом... И потом они должны активироваться. Но она говорит no. А с хера ли она говорит no, когда у меня все три хлебушка имеются на руках. Все три слитка. Так, давай, жми. Нет, 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 нет. Так. Вот, теперь она решила почему-то схватываться. Мы сохраняемся. Есть, побежали дальше. Так. Вот, три хлеба. Давай. Ну он тут золотой, а где серебряный? Что за бред? No. No, потому что золотой, блядь, нужен. Короче, смотри. До этого невозможно догадаться. Этого не видно. Вот здесь рычаг, блядь, понимаешь? Вот он. Как до этого можно вообще догадаться? Вот тут рычага никакого нет. Ну, окей, пойдем. Вот это, я считаю, полная билиберда, потому что я обошел все несколько раз. Но, естественно, в кусты ты не побежишь, чего-то из... Ёб твою, ты куда? Почему ты сразу не останавливаешься? Я в шоке. В смысле? Блять, я же сохранялся все это время. Что происходит? Почему нет сохранений? Ну, по крайней мере, время не зря потрачено. Видишь, мы вернулись, взяли все эти штуки. Просто, ну, нельзя так прятать. Нельзя. В чем просто прикол? Оно, ладно бы, выделялось. То есть все эти рычаги, все эти рычаги, они хоть как-то выделялись. То есть, ну, спрячьте вы его сюда. Почему она бежит? Я не нажимал все это время. Вот как завернул, я не нажимал. Она разгоняется куда-то и несется, сломя голову. Так. Выделите его, и все будет зашибись. Столько бы я не тупил. Я же сохранился, я сохранился. Так, и как это мне пролететь надо? Что-то я не понимаю. Так. Ну, получилось. Тут очень много всего. Так это просто секрет, это мне сюда не нужно. Это меня не продвинет по сюжету.
А, у нас новое оружие. Окей. На котором кончаются патроны, видимо, да? Это не очень хорошая новость. И аптечка. Значит, что мне под каждый куст залазить надо? Так, теперь я должен сохраниться. Выбраться отсюда. Чудом. Это случилось просто чудом каким-то. Тут тоже где-то скрытый рычаг будет. Даже если будет скрытый рычаг, тут не будет сразу же всего показано, что его можно нажать. Вот я ничего не вижу. Ты что-то видишь? Я нет. Обезьяна вот валяется. Вот обезьяну я вижу. И рычагов я тоже никаких больше не вижу. И наверху вроде как тоже. Короче. Я просто не думал, что может быть все настолько. Настолько. То есть, во-первых, нужно соображать в мифах, да, чтобы ты понимал, что Мидас, видимо, может делать золото. А мы сообразили сейчас, да, что вот мы видели, что Лара превратилась в золотую, блядь, женщину. Но как понять, что с рукой с этой можно взаимодействовать? Я не вижу, что можно нажать какую-то кнопочку, чтобы она сработала. Но я могу ее нажать, видишь? Все. До этого невозможно догадаться. То есть до этого... Вот, появилась. Появилась, понимаешь, в чем прикол? Ты же видел, что не было ничего. Вот тебе и золотые слитки. Вот тебе игра пройдена, блядь, за 40 минут. Только я на это потратил, блядь, наверное, часа полтора, а то и два. Ой, нет, не то сделал. И все из-за того, что тупо не указано ничего. Ладно, хрен с ним, с вот этим вот спрятанным, прям это не сюжетная была штука. Но это были магнумы. Да, я же магнумы взял. Сейчас проверим, кстати, что мы взяли-то. 350 патронов. Ну давай, ладно, разочек проверим. Как будет время. Все, пожалуйста, теперь у нас адекватные эти. Просто не было взаимодействия. У меня эти слитки, они были до этого. Но ничего не получалось взаимодействовать с этой рукой. Просто настолько, знаешь, жалко потраченного времени, что по-другому никак не сказать. Потому что даже сейчас у меня запись на 20 минут. Может, я вообще эти серии соединю. Слишком быстро все промотаю. Весь тупляж. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Там открыто? Супер. Так, надо, значит, как-то... Ну, я теперь понял, как тут все может взаимодействовать. Видишь, я просто не догадывался, что настолько все может быть... Вот видишь, всегда просто появляется рука. Все, я видел 3 золотых слитка. Окей, ну как сделать золотые слитки? Я что-то не подумал, что можно действительно их на руку положить, потому что взаимодействия не было. Прыгнуть на руку? Можно. Получилось. Хотя в прошлой серии вроде как пробовали, не вышло. Вот этот раз получилось, Лара стала золотой. То есть, если думать по логике, то должно было все получиться. Мы вот прошли игру, блядь. Мы ее прошли. Эту миссию сраную. Я уверен, что это все, это финиш. Да, это финиш. До свидания.
Какой ужас. Зато секреты все. Единственный раз, наверное, когда мы нашли все секреты. И два предмета не нашли. А два предмета. Это одна аптечка, которая забагованная, нельзя достать. И, значит, еще что-то где-то было. А я думал, это последний уровень. Какой ужас. Ой, на этом мы, значит, и закончим все это дело. Все это действие. Потому что там у меня вышло где-то много времени, там вышло много времени. И надеюсь, это будет последняя миссия. Надо сохраниться, кстати. Посмотреть, как она называется. Что это вообще? Так. А что, я загрузился? Неплохо. А почему нет? Блять. Ничему жизнь не учит абсолютно. Сама судьба велит. Смотри, сейчас получим забагованную штуку. Смотри. Смотри, не отвлекайся, я ее сейчас получу. Потом вставляем золото и уходим отсюда. Где-то еще что-то лежит, но это, я тебе говорю, это нереально так собирать все. Почему ты бежишь? Ну, господи. Она... Прекрати ходить, когда тебя не просят. Это очень странно. Я не понимаю, в чем прикол. Это проблема управления современного или что? Я не понимаю. Хотел сделать по-быстрому, а получилось, видишь, как всегда, блядь. Она не хочет разбираться. Меня просто этот уровень так доконал, что хочется действительно с него быстро уйти, но я все-таки надеялся. Ну, схватись, пожалуйста. Спасибо. Смотри, короче. Раз затупил. Вот, сохраняем. Вот здесь она должна прыгать, 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 и рано или поздно, схватиться. Но, видимо, этого не произойдет. Почему она упала? Я вот еще не знаю, мне нужно, нужно ли мне как-то подходить, пытаться еще что-то делать. А прикинь, он только вот так сможет. Да нет. Ну, может, вот так? Или мне еще вперед пытаться жать? Я просто боюсь, что если я нажму вперед, она просто упадет. Насколько сильно эта херня забагована? Вроде как у кого-то получалось практически с первого раза, у кого-то раза с седьмого. У меня, видишь, вообще не получается. Пиши в комментариях, если ты пытался и у тебя получилось эту херню сделать. Потому что это баг, он здесь. Это точно здесь. Это параша. Я тебе отвечаю, точно тут. Но у меня не удается это сделать. Видишь, это не, недостижимое достижение. Чисто на удачу, что ты попадешь в этот баг. Но это же ерунда какая-то. Абсолютная. Ну, одно мы сделали с таким багом. Как раз в Колизее такая была херня, что прыгнули, потом херак и вверх оказались, вверху. Все, ясно. Ну его нахер. Пошли. Одну поставили, еще две, и будем заканчивать. Я, кстати, надеюсь, что микрофон нормально, там меня все слышно, все хорошо. Так. Потому что я тоже долго занимался еще его настройкой, чтобы он правильно, адекватно работал. Блин, такой в целом легкий уровень. Забежал туда, забежал сюда, там вышел. Все, он просто долгий сам по себе. Он долгий, потому что слишком много каких-то локаций. Все.
Так, все, продолжаем. И сейчас сохранимся и до свидания. Так, сохранение. Так, поднимаюсь в самый верх, потому что хочу сохраниться. Нажимаю сохранить. Все, зашибись. На этом мы и закончим. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.